Всем доброе утро. Собственно, мы сейчас начнем. Я долго думал, о чем можно было бы рассказать, потому что в биологии многое может показаться страшным и отвратительным, или уродливым. Но мне кажется, более уродливым, чем бактерии и плесень, придумать, по крайней мере, сходу было бы трудно. Поэтому мы начнем с микробиологии. И тема доклада или разговора будет «Микробиология на завтрак». И микробиология — это наука о микроорганизмах. Правда, в моей лекции сегодня это будет несколько очень вольная трактовка, кто у нас такие микроорганизмы. И давайте, можно следующий слайд. Да. Собственно, они бывают совершенно разные. И первое, что они достаточно должны быть мелкие, как вы понимаете, поэтому микро. Вообще можно разделить их на бактерии, археи и вирусы. То есть про бактерии и вирусы вы наверняка слышали. Археи для большинства из вас, кто не связан с биологией или микробиологией, должны быть достаточно новой вещью. Вот. Но к микроорганизмам я в силу природного анархизма сегодня просто причислю еще грибы микроскопические и водоросли. Ну, они не очень туда относятся, но пускай будут. Просто многие вещи, которые я буду говорить, туда без них никак. Собственно, микроорганизмы, как я сказал. Бактерии и вирусы, вы знаете, что вы ими можете заболеть. Различия между бактериями и вирусами чудовищные. То есть вирусы вообще сильно отличаются от всего того, что вы можете представить. Как бы бактерии от вас отличаются практически так же, как вирусы. Вот. А есть еще археи. Вообще они изначально считались бактериями, потому что выглядят очень похоже. Но в момент, когда люди научились работать с биохимией, с генетикой и так далее, выяснилось, что внутри они совершенно другие. И вот, несмотря на то, что археи очень внешние и мне по некоторым активностям напоминают бактерий, это как бы, можно считать их инопланетяне, которые просто выглядят как бактерии, внутри они другие. Ну, то есть у них немного по-другому они работают. Вот, и можно тогда следующий слайд. Вот, и сразу вопрос, а как это все у нас возникало и кто от кого произошел? Безусловно, интересный момент. И для примера, вот каждый из вас несет в своих клетках генетической информации на 3 миллиарда букв, точнее там 2 раза по 3 миллиарда, но оно повторяется. И вот из этих 3 миллиардов букв есть 20 тысяч генов, которые где-то будет около 1% вот этих 3 миллиардов, это будут гены. Все остальное это не гены, но описать, что же оно делает, будет еще труднее, чем рассказать. Кто знает, что такое ген? Поднимите руку просто вверх. Ага, ну давай. Воспринимайте это как некоторая функциональная единица в геноме. То есть он последовательность молекулы, которая может выполнять определенную функцию. Вот. И гены могут быть разные. И, безусловно, гены появляются, исчезают и все остальное. И вот посмотрите, что у человека, вот это вот, если представить весь геном человека, то у нас собственно, он состоит, что у нас 28% генов отвечает, то есть они возникли у эукариот, которые как раз это не бактерии, то есть есть что-то. Так, давайте с другой стороны. 37% генома, то есть не генома, а белков генов, произошли от бактерий. То есть в вашем генетическом аппарате практически 40% относится однозначно к предкам бактерий. Это, в общем-то, к вопросу, опять же, кто от кого произошел, и то, что некоторые сомневаются, может, произошел там человек от приматов или нет, это, конечно, однозначно, но у нас и с бактериями когда-то был общий предок. Ну, очень давно, то есть это чудовищно давно. Вот. Собственно, генов уникальных для животных или позвоночных, как вы видите, намного меньше, и генов уникальных для приматов еще меньше. То есть бактерии являются нашим общим предком. Кроме того, общим нашим предком также являются, на самом деле, иерархии, потому что клетка живого организма эукариотического, она является продуктом симбиоза между бактериями и археями. Как вы видите, все это несколько запутано, и оно станет еще более запутано дальше. Можно следующий слайд? Ага. Вот. Но, собственно, существование бактерий в силу их размера и вообще микроорганизмов стало очевидным далеко не сразу.
Как минимум для этого сначала пришлось изобрести микроскоп. Что и сделал Левенгук. Правда, он его изобрел весьма специфически, потому что никто, кроме него, им пользоваться толком не умел. У него был определенный дефект развития глаза, и именно линзы с той кривизной, которую он использовал, мог нормально использовать только он. И занимался он тем, что рассматривал, что же у нас может быть внутри воды, и нашел, что там есть какие-то мелкие шевелящиеся объекты, которые как бы однозначно не являются искусственного происхождения. Вот. И опять же, в силу своего природного воображения, он им пририсовывал ручки, ножки, глаза и считал, что это маленькие животные. Вот. Ну, в этом он ошибался, а был прав он в том, что там действительно что-то есть. Что-то такое, чего человеческий глаз в принципе различить не может. После этого потребовалось еще достаточно много времени на то, чтобы выяснить, что же это такое. Но удивительно то, что человек, в общем-то, начиная с своего зари времен, использует микроорганизмы вообще в повседневной даже деятельности. То есть ферментированные продукты, вы знаете, что такое, ведь, да? Ну, как минимум, я не знаю, там пиво, сыры, тофу, кто знает, и все продукты, связанные с соевыми вещами. На самом деле, даже некоторые сорта колбасы, мяса, ну, на самом деле, чего угодно. То есть все это не было бы возможно без участия бактерий, грибов, в некотором случае водорослей, собственно. Зачастую экзотическая окраска некоторых продуктов именно обеспечивается действием бактерий или грибов. Вот. Так для того, чтобы, собственно, открыть, ну, в смысле, именно бактерии, потребовалось много времени. И самое удивительное то, что это открытие было, в общем-то, случайным. То есть предпосылки чисто технически. Те линзы, которые собрал Левенгук, можно было собрать значительно раньше. Но история пошла таким образом, что мы открыли, в общем-то, относительно недавно, а так бы у нас, возможно, бы наши биотехнологии были значительно более впереди, чем они есть сейчас. Вот. Но с тех пор, как открыли бактерии, еще, опять же, прошло очень много времени перед развитием дальнейшим и пониманием, что же они делают. Потому что для всех вас сейчас, в общем-то, достаточно очевидно, что заболевания вызываются бактериями, вирусами. Вот. Тогда это было совершенно неочевидно, и доказать то, что прошло достаточно много тяжелого времени перед тем, как люди поняли вообще, как распространяются болезни, по крайней мере, некоторые из них, и что, и как от этого может защищаться. Давайте следующий слайд, который, да, после открытия бактерий еще прошло время перед открытием вирусов. Вирусы поначалу просто ставили в тупик ученых, потому что они сильно отличаются, по крайней мере, в тот момент отличались от того, что умеют бактерии. И на самом деле способности вирусов на этом не ограничились, потому что кроме вирусов есть еще ретровирусы, которые поломали еще одну догму в науке, о которой я расскажу чуть попозже. Так вот, вирусы были открыты очень интересным образом на самом деле. То есть болезни были известны до этого, были известны бактерии. И была болезнь, которая называлась, по сути, вызывала, которая называется сейчас вирусом табачной мозаики, по сути, это инфекционное заболевание растения табака. Вот. И было известно, что оно инфекционное, но не был известен инфекционный агент. И брали, в общем, больное растение, прогоняли, то есть перемалывали его, прогоняли через фильтр, который останавливал все известные бактерии, и наносили на новое растение. Оно заболевало. И было совершенно как бы непонятно, почему же оно заболевает, потому что бактерий там точно нету. Вот. Но со временем, во-первых, было предположение о том, что может там есть еще что-то более мелкое. Потом, разглядывая клетки инфицированного растения, внутри обнаруживали структуры, нетипичные для здорового растения, там кристаллические образования. И потом еще сделали всяческие варианты типа массоспектрального анализа и рентгеноструктурного анализа. И, в общем, нашли вирусы. Вот. Вирусы, во-первых, мне, кстати, интересно, кто-нибудь считает вирусы живыми? Или у кого-нибудь вообще был вопрос, живой вирус или не живой? Давайте руку вверх. Живой. Кто считает, что живой? Во. Ну, да. Но на самом деле, если так, то, в общем-то, есть позитивный момент, потому что можно сказать, что люди научились создавать жизнь, потому что компьютерные вирусы по своему функционалу не сильно отличаются от вот этих вирусов. То есть, вот вирус в том виде, в котором он встречается в природе, если он не заразил клетку, это просто кусок кристалла. То есть, это несколько молекул, сцепленных вместе, которые сидят и ждут своего часа. В тот момент, когда он встретит клетку, которую способен заразить, он начинает... То есть, на самом деле, вирус — это достаточно сложная машина. То есть, опять же, разговор о том, что живой он или нет, очень трудный, но он
самая простая из биологических машин, но все равно самая сложная по сравнению с тем, что мы можем сделать. Вот. И с ретровирусами еще один интересный момент. Как я сказал, они в определенный момент сломали ученым мозг, потому что на самом деле есть, называется, центральная догма молекулярной биологии, которая рассказывает о том, что перенос информации возможен только... У нас есть ДНК, нуклеиновые кислоты, которые переносят информацию в РНК, и из РНК синтезируется белок. И это считалось весьма незыблемой центральной точкой. И, по сути, она дает нам то, что... Смотрите, мы можем меняться на уровне ДНК, но все те изменения, которые происходят с нами в течение жизни, не влияют на наших потомков. То есть, грубо говоря, то, что мы научились чему-то, или то, что мы забыли что-то, или то, что у нас не стало руки, никак не повлияет на наших потомков. Вот. А ретровирусы, они умеют делать несколько другое, они в одну из этих структур встраиваются, то есть они могут свою РНК переводить обратно в ДНК. Я думаю, для вас, может, это не кажется восхитительным, но это, на самом деле, это очень мощный момент. И для примера, кстати, ретровирусом, вирус иммунодефицита человека, который ВИЧ, он именно ретровирус. И в чем печаль конкретно для человека? Это в том, что из-за того, что вирус умеет переводиться, он вообще РНК-вирус, но из-за того, что он переводится в ДНК, он после этого встраивается в геном человека. И, как вы знаете, после этого его, собственно, уже не вылечить, потому что он становится просто неотъемлемой частью организма. Ну, давайте пока все с вирусами и дальше. Вот. К разговору о том, насколько это все на нас влияет. На нас крайне влияют различные бактерии. Как я уже сказал, от них у нас могут быть заболевания, на нас влияют вирусы. От них тоже могут быть заболевания. Болеем ли мы грибами, как вы думаете? Да, грибы тоже нас любят. Вот. Водорослями мы не очень болеем, но в некоторых случаях можно и водорослями заболеть, потому что из-за купания в каком-нибудь водоеме они вполне могут поселиться, например, в слезных протоках. Такое тоже бывает. Вот. Но на этом, опять же, не ограничиваются, то есть взаимоотношения болеем-не болеем, потому что водоросли, на самом деле, еще бывают не очень... Про цветение водоемов вы тоже слышали, да? Есть проблема. Вот, по большому счету, это когда водорослей становится очень много, и они начинают выделять токсины в воду. И это, по сути, тоже влияние на окружающую среду. Но есть еще более удивительная вещь. То есть из-за того, что мы не видим, например, те же самые бактерии и вирусы, не значит, что их нету. По массе, вот исключительно по массе... физической, абсолютной, у нас вирусов будет, наверное, больше всего на Земле. Потом, опять же, бактерий и археи с грибами тоже будет огромное количество, которых мы просто, это количество мы не осознаем. Для примера, чтобы каждый из вас впечатлился, может быть, может кто-то это знает, смотрите, у нас есть около 10 триллионов клеток, из которых состоит каждый из вас, то есть там порядка 10 в 13, по-моему. Вот. А 10 в 14 у вас живет бактерий. То есть у вас на каждую клетку вашего организма у вас живет 10 бактерий. Это к вопросу, из чего вы состоите больше. Вот. И, собственно, то, что вы позавтракали, это опять же поможет всем тем бактериям, которые у вас живут. Потому что без этого бы им тоже было бы грустно. И, безусловно, они не просто живут на вас, они активно с вами взаимодействуют. И об этом я поговорим опять же чуть попозже. Ну, можно сейчас, ладно. Собственно, это картинка с обложки журнала Nature, которая... можно сказать, дала начало одной из очень обширных и современных новых тем под названием микробиом. Собственно, в тот момент, когда люди осознали, что у нас не просто есть отдельные бактерии, которые... То есть, как я уже сказал, бактерии открывали давно, знали, что есть болезни и так далее. Но в определенный момент стало возможным исследовать все то многообразие бактерий, которое живет внутри нас, на поверхности нас. И попытки, во-первых, работы с этим и оценки этого, это очень трудно, и возможно только благодаря современным технологиям глубокого секвенирования. Ну, по большому счету, пока еще на начальном этапе, но уже есть свои плюсы. Опять же, есть работы, которые показывают, например, влияние микробиома, то есть те бактерии, которые у вас живут, влияют на ваше психическое состояние, на депрессию, например. Они отлично влияют на ваш метаболизм, и есть потрясающие результаты, когда удавалось вроде как добиться улучшения с такими болезнями, как диабет и ожирение, изменяя микробиом человека. Вот. Это, возможно, ну, в смысле, это хорошо, но есть еще более интересные случаи, по крайней мере, в живой природе, и, возможно, что у человека тоже это будет так, пока просто неизвестно. В общем, есть гиены, у которых бактерии влияют на социальный статус животного. То есть в зависимости от того, какие на ней бактерии живут, эта гиена будет занимать ту или иную социальную позицию в стае. Вот. Это, опять же, на момент подумать вообще о вашем месте в жизни, то есть вы отдельная личность или просто инкубатор для бактерий, да?
Вот. Возвращаясь к моменту, который был на предыдущем слайде, собственно, у нас не ограничивается влияние всем этим. На самом деле, функционирование всей окружающей экосистемы завязано на микроорганизмы. То есть эти миллиарды вирусов, которые все время есть в воздухе, в воде, в почве, они активно взаимодействуют с бактериями и с грибами и формируют все то, что мы видим. Нарушение этого баланса, опять же, будет весьма плачевным. Вот. И исследованием вот этих взаимодействий занимается экология. Там тоже есть достаточно интересные достижения. По крайней мере, становится понятнее, что все значительно сложнее, чем мы думали. Вот, давайте пока вперед. И еще вперед. О, совершенно отличная штука. Антибиотики. Антибиотики, можно сказать, начали совершенно новую эру в истории развития человека и человеческой цивилизации. Как вы понимаете, что они позволяют лечить бактериальные инфекции. Правда, ну, кстати, инфекции, вызываемых археями, я не знаю, и у кого я спрашивал, мне их тоже как назвать не могут. Очень интересно, что они вроде как не вызывают заболевания человека. Но это так, минус. Против вирусов тоже есть препараты, но давайте против бактерий пока. Кто-нибудь думал, откуда вообще появились антибиотики? Нет, то, что историю случайного открытия антибиотиков, я, наверное, вы знаете. Ну, я догадываюсь, что вы слышали и так далее, что по большому счету просто плесень, случайно выросшая в чашке, дала возможность тому, что человек просто заметил, что она убила остальные бактерии. Вот. А вообще откуда берут? То есть на самом деле это не первое появление антибиотиков в мире. Как вы понимаете или не понимаете, они на самом деле древнее, безусловно, чем люди. И антибиотики были придуманы самими бактериями. Кто угадает для чего? Правильно, чтобы убивать другие бактерии. Они, в общем-то, они между собой конкурируют так же, как и все остальные. А еще антибиотики придумали, можно сказать, параллельные независимые грибы и все остальные с той же самой целью. То есть они активно между собой конкурируют. То есть если здесь растем мы, здесь не должен расти другой. Ну и так далее. Ну и они конкурируют за ресурсы и все остальное. Собственно, именно поэтому у нас наличие здоровой, то что называется, микрофлоры или здорового микробиома на человеке позволит сохранить его от вторжения других бактерий. Потому что они просто занимают это место. Вот. Собственно, в этом случае, опять же, это хорошо. Минусы возникают тогда, когда мы антибиотиками начнем уничтожать имеющиеся у человека бактерии, которые потом заселятся чем-нибудь менее привлекательным. Вот, собственно, на картинке изображена чашка Петри, на которой вы видите вот это то, что густой газон – это выросли бактерии, а вот пустые места вокруг дисков – это там, где, собственно, диски содержат антибиотик, называется, по-моему, дискодиффузионный метод, когда мы выкладываем просто на чашку диски, пропитанные различными антибиотиками, и смотрим чувствительность бактерий к тем или иным. Как вы видите, есть сильно работающие, есть не очень сильно работающие, есть совсем не работающие. В общем, обычно в норме бы такой анализ должны делать каждый раз, когда вы приходите к доктору и говорите, что у вас там насморк или простуда, и он выясняет, чем вас лечить. Но обычно сначала дают антибиотик, а потом, если через неделю не работает, то дают другой. Вот, давайте мы двинемся на следующий слайд. Вот. Но на самом деле именно появление антибиотиков изменило сильно все то, что происходило в жизни, потому что многие инфекции, которые были смертельными, перестали такими быть. И более того, на этом все не ограничивается, потому что, это опять же не сразу очевидно, но наличие антибиотиков позволило разработать принципиально новые методы медицинского взаимодействия или медицинских процедур, которые не были возможны до этого в принципе. То есть, например, та же самая пересадка костного мозга, когда у человека сначала полностью уничтожаются его, то есть он становится абсолютно без иммунитета, то есть человек какое-то время живет при отсутствии своих клеток иммунных, и любая инфекция для него была бы в таком виде и без антибиотиков смертельной. Сейчас это возможно сделать, и не только эта процедура, то есть вообще самый широкий круг различных операций стал возможен. Но на этом, опять же, все не закончилось. Бактерии, в общем-то, в этой игре значительно дольше нас. И давайте следующий слайд. Да, собственно, устойчивость к антибиотикам – это процесс, который, опять же, появился задолго до возникновения человека. И в тот момент, когда первые бактерии научились убивать другие бактерии, собственно, те же самые другие научились противостоять этому воздействию. Антибиотиков есть самый широкий набор различных по типу воздействия, точно так же есть самый широкий набор различных механизмов устойчивости к антибиотику. Вот. Да, как вы видите, бактерии, на самом деле, они в некотором смысле крайне общительные, они любят обмениваться кусками интересной и не очень генетической информации, то есть они действительно есть такие, которые могут просто другим соседям предлагать, слышь, тут как бы есть вполне неплохой вариант. Вот.
Но на самом деле в норме, смотрите, опять же, здесь все не так просто. Бактерии, ну, в общем-то, как и люди, но люди не настолько. В общем, там вирусы в этом плане еще более. То есть вирусы суперэффективны. То есть вирусы используют обычно, то есть их механизмы поведения описываются очень четко с позиции эффективности. У бактерий это точно так же, в общем-то. Смотрите, бактерии, которые никогда не... То есть наличие вот этого фрагмента ДНК, который дает устойчивость к антибиотику, по сути, это набор нескольких, ну или одного гена, который несколько меняет внутренний механизм бактерии так, что она как бы нечувствительна к антибиотику. Чаще всего это приводит к тому, что либо клетка тратит больше ресурсов, то есть нам нужно либо производить новую молекулу, которая уничтожает антибиотик, либо несколько из наших генов или один ген оказываются немножко поломанными, не полностью поломанными, но немножко поломанными, что антибиотик их уже не узнает, но они все еще работают, правда, работают хуже. Поэтому интересно то, что, вот несмотря на то, что он здесь называется супербактерия, да, по большому счету супербактерии в мире бактерий, они совсем не супер. То есть это как раз немножко такие инвалидные бактерии, которые просто в дикой природе, без отсутствия антибиотиков, они будут самыми унылыми, потому что они будут медленнее расти, они будут тратить много лишней энергии и будут крайне непопулярными. Но теперь смотрите, ситуация полностью меняется в плане полезности свойства, когда появляются антибиотики. Потому что все остальные чувствительные бактерии просто умирают. И остаются только те, которые супер, которые способны против них бороться. Вот. Собственно, появление устойчивости к бактериям тоже изменило очень много, потому что поначалу антибиотики применялись широко, массово и эффективно. Со временем эта эффективность падает и, в общем-то, сейчас носит достаточно катастрофический характер, потому что становится все меньше препаратов, которыми можно лечить. То есть внутрибольничных инфекций становится больше. Есть тот же самый, я не знаю, стафилококк. Кто слышал о мецитилен-устойчивом стафилококке? Никто не слышал, значит, никто не болел, это тоже хорошо. На самом деле, совершенно чудовищная вещь, то есть и она... На самом деле распространена, они обычно не знают, то есть у нас ее редко диагностируют, вот. А так это громадная угроза, с которой борются. Собственно, туберкулез лекарственно устойчивый, то есть у нас есть просто туберкулез, есть различные степени его устойчивости. В Африке сейчас уже есть туберкулез, который полностью устойчивый, то есть который в принципе устойчив ко всем препаратам, которые сейчас есть. Вот. Собственно, это весьма печально, и печально к тому же, что мы, в общем-то, тоже двигаемся в ту же сторону. Вот. Опять же, не стоит воспринимать, то есть, когда я говорю полностью устойчивый, имеется в виду, что... Тут интересный момент. То есть, в общем-то, при определенных концентрациях антибиотика его убить можно, но обычно такие концентрации несовместимы с жизнью человека уже просто. То есть, вот в чем проблема. И, да, собственно, на самом деле, на этом многие говорили, что у нас развитие, как бы именно такого прямолинейного подхода с антибиотиками подходит к концу, потому что их становится все меньше, и придумывать новые мы не успеваем. И за последнее время было не так много открыто новых антибиотиков, но вот буквально несколько месяцев назад, давайте дальше. Да. Очень, наверное, запутывающая картинка, потому что непонятно, что происходит. Вот. Но несколько месяцев назад был открыт новый вариант антибиотика, который оказался работающим против некоторой группы бактерий. Это была огромная шумиха в статьях, как бы сказали, ну все, у нас как бы новая эра наступила, потому что он работает против тех бактерий, которые были устойчивы и так далее. Собственно, картинка именно описывает один из этапов, когда его открывали. У нас есть, вот как я говорил, есть все те миллионы и миллиарды бактерий, которые существуют, из них мы знаем на самом деле небольшое число. Остальные бактерии относятся к классу, по крайней мере сейчас, называемых некультивируемыми. То есть мы знаем, что они там есть, мы можем фиксировать следы их присутствия, но вырастить их в среде мы не можем. То есть вот как на чашке, чтобы они выросли. Вот. А группа ученых изобрела метод, с помощью которого смогли вырастить, по крайней мере, некоторых из них. И у некоторых из них они нашли вот это новое низкомолекулярное соединение, которое работает. Собственно, несмотря на весь тот оптимизм, который был в прессе, на самом деле все не так хорошо, потому что эта новая молекула, она будет работать далеко не на всех. И, опять же, в любом случае устойчивость так или иначе, в общем-то, появится. Это то, что касается бактерий. На самом деле у грибов тоже устойчивости, в смысле, точно так же появляется с вирусами, еще интересней, потому что вирусы обычно получают их еще быстрее. И просто еще интересный момент, что количество вирусов существующее, просто их именно численность популяции, с точки зрения статистики нам дает интересный результат о том, что у нас практически в любой взятый момент времени так или иначе существует вирус, который устойчив к любому препарату. Но, как я уже говорил, просто для того, чтобы он получил развитие, ему нужно оказаться в определенных условиях, когда все остальные его соседи окажутся в невыгодных условиях, а он
сможет увеличить свою численность. Вот давайте дальше. О, да, мы закончили вроде как совсем грустными темами. Громадный пласт деятельности человека, как раз связанный с эксплуатацией в той или иной форме биологических объектов, и чаще всего это именно бактерии, грибы, иногда водоросли. Вот. Наши пищевые промышленности тоже любят это. Ну, собственно, я говорю, все наши сыры, вина и так далее, это все результат, в том числе, биотехнологии. Но в последнее время мы, кроме того, чтобы использовать какие-то уже готовые решения, типа различных дрожжевых штаммов для производства вина или еще чего-нибудь, или хлеба. Дрожжи — это бактерии. Ой, в смысле, грибы. Господи, что я говорю? Вот. Бактерии тоже используются. Собственно, бактерии используются активно в различных процессах приготовления ферментированной пищи. Я не знаю, какие у нас примеры есть ферментированной пищи. Какой-нибудь чай, пуэр, кто пьет? Вот, там, в общем-то, бактерии участвуют. Ну, на самом деле, дофига где. Вот. Но в биотехнологиях, собственно, самое интересное будет, это то, что попытки изменять существующие организмы для получения ими каких-то свойств, которые нам интересны. Давайте дальше. Да, собственно, для того, чтобы изменять организмы, мы должны как-то переносить одни гены из одного места в другое место. Собственно, есть два варианта переноса. Есть, называется, вертикальный и горизонтальный перенос генов. Вот вертикальный перенос генов — это вполне стандартный вариант. Это когда просто происходит, ну, размножение, например, это от родителей к детям. Или от одной бактерии, которая поделилась, к двум дочерним бактериям. Вот. Кроме этого, есть горизонтальный перенос генов, который бывает в варианте, вот здесь трансформация, конъюгация и трансдукция. Вот. Как я уже говорил про конъюгацию, упоминал, потому что у нас бактерии могут просто обмениваться друг с другом кусочками. Дальше. Есть трансформация, потому что некоторые бактерии активно умеют захватывать куски ДНК, которые плавают вокруг них, и пытаться встроить ее в себя. Ну, то есть это вообще делают очень многие. Из интересных вариантов могу сейчас вам какой-нибудь пример привести холерного вибриона, который является вообще типа каннибалом в мире бактерий. Он убивает своих соседей, причем своего же вида, для того, чтобы получить их куски ДНК и встроить в себя. Вот, так что дружеская такая атмосфера. Ну, и дальше есть вот этот бактериофаг нарисован. Собственно, вирусы тоже умеют заражать бактерии, переносить генетическую информацию, ну, от одной бактерии в другую. Это горизонтальный перенос генов. Именно он используется при генетической модификации организма. Давайте дальше. Вот. Собственно, тут есть куча различных мифов и всего остального. И, ну, на самом деле, первое, что действительно есть некоторая опасность того, что мы можем сделать не слишком полезную вещь. Ну, то есть можно сделать какую-то очень опасную. Вот. Но в то же время вредность ГМО и всего остального сильно раздута. И, в общем, все то, что происходит с генной модификацией, оно не сильно отличается от того, что происходит в природе. И, как я уже сказал, оно было задолго до появления человека. И эти механизмы используются и будут использоваться, даже когда нас не будет. Собственно, чаще всего мы просто модифицируем один ген, хотя со временем хотят научиться больше. Сейчас есть варианты, когда даже целые хромосомы пересаживали тем же дрожжам. Вот. Давайте дальше я расскажу чуть подробнее. Да. Самый распространенный вариант модификации связан с растениями, а именно с участием агробактерий. Вы все из курса школьной биологии помните, наверное, про клубеньковые бактерии, которые участвуют там в азотфиксировании и всем остальном. Собственно, вот вам пример, как выглядят эти клубеньки. Вот. Интересно то, что эта структура клубенькова не является изначально закодирована как бы в геноме растения. Она становится такой, потому что, вот другая картинка, бактерия, заражая клетку растения, переносит в нее кусок определенного генетического кода и перепрограммирует растительную клетку на то, чтобы она формировала вот такие вот опухоли. Собственно, это умеют не только бактерии, это умеют вирусы делать. Ну, то есть, когда вы видите на дереве, например, вот эти опухоли, знаете, такие галлы, это, в общем-то, как раз взаимодействие, то есть, может быть, бактерии, либо вирусы. Вот. Человек достаточно быстро сообразил, как это можно использовать. На самом деле, если мы вот этот регион типа плазмиды, который бактерии используют для трансформации растительной клетки, поменяем не на то, что бактерии туда засовывают, а мы туда можем засунуть любой ген. И мы вполне можем, например, клубнику модифицировать геном рыбы. Как вы думаете, зачем? Ага. Собственно, на самом деле клубника при заморозке сильно портится.
А у рыб есть определенные белки, антифризы, которые позволяют им выдерживать очень низкие температуры без образования кристаллов льда. И, в общем-то, сделали просто клубнику, которая переживает заморозку значительно проще. Вот. Ну, в общем, в той или иной форме за генетической модификацией, в некотором смысле, будущее развитие агропромышленности, потому что с ростом населения и всего остального нам не справятся по-другому. То есть нужна очень высокая эффективность. Опять же, то есть можно долго спорить о том, насколько это полезно, вредно и так далее, но большая часть всей этой шумихи раздута по той причине, что те компании, которые не успели вовремя развить эту свою область, ну, агропромышленные, стали говорить, что, вы знаете, давайте как бы не будем использовать ГМО, ведь это вредно. Потому что там есть, ну, на самом деле, ни одного исследования, которое показывает вредность ГМО, нету, по большому счету. Ну, в смысле, недавно было в одном турецком журнале, но там просто мрак. Вот. Ну, и у нас какое-то время назад практически то же самое, что было в турецком журнале, наоборот, получается. Но это не наука, как бы. Вот. Серьезных исследований не было. Вот. И, как я уже сказал, там больше экономическая война. То есть те, кто не имеют этой возможности производить такие растения, они пытаются сохранить за собой кусок рынка. Но это уже, наверное, тоже не к сегодня. Дальше. Во. Давайте перейдем к чему-то более симпатичному. Смотрите, это берег, можно сказать, океана. И как вы думаете, что светится? Да, но на самом деле здесь прям сказать трудно, но могли светиться медузы. Биолюминесценция, она у разных бывает. Да, светятся бактерии. Мне этого видеть ни разу не доводилось, но вообще люди, которые бывали в определенных частях земного шара, с этим сталкивались. Суть в том, что действительно есть бактерии, которые при столкновении с кислородом, то есть у вас когда идет волна, они просто перемешиваются, оказываются на поверхности, плюс идет удар некоторый. Они начинают светиться, то есть иногда просто можно посмотреть видео, когда человек бежит по берегу, и от его шагов расходятся круги, или на лодке плывут, и от удара весел расходятся вот такие световые круги. Собственно, это достаточно симпатично, но на этом все не остановилось. Давайте следующий слайд, потому что, естественно, попробовали взять, почему это не использовать. Вот. Есть вполне жизнеспособные проекты, которые пытаются эксплуатировать биолюминесценцию, то есть сделать, например, светильник. Вот. Единственная трудность светильника в том, что он должен все время раскачиваться, как я уже сказал, то есть среда должна все время перемешиваться, плюс содержать такой светильник на текущем моменте человеку без образования в микробиологии достаточно трудно. Это не единственное использование, давайте дальше. Плюс к этому сейчас все активнее используются некоторые ассоциации между растениями, водорослями, грибами и бактериями для очистки водоемов. Это очень интересно, но водоросли, например, способны не только удалять некоторые виды загрязнений из воды, например, даже лекарственные препараты, но плюс к этому они фиксируют углекислый газ, как мы знаем, в своей структуре, и наращивают свою биомассу. Вот. Как вы думаете, зачем нам нужна биомасса растений? Давайте следующий слайд. Нет, есть их не очень вкусно. На самом деле сейчас активно используется и развивается направление по производству биодизеля. На самом деле здесь мы убиваем сразу не двух, наверное, 15 разных зайцев, потому что используя, то есть, во-первых, мы уменьшаем количество парниковых газов, мы наращиваем биомассу, которую мы можем потом использовать, например, как топливо, хотя можно, используя различные водоросли, совершенно различные масла. То есть это, опять же, отдельная область, которая занимается тем, какие продукты мы сможем получать из этих микроорганизмов. Вот. И сейчас все больше и больше появляется вот просто, можно сказать, станция. Это, правда, совершенно небольшой кусок. Можно поискать целые огромные плантации, где пытаются вот каким-то образом внедрить эти технологии. Плюс к этому, как я уже сказал, мы очищаем воду. И, то есть, как очищаем воду, получаем биомассу и... Я уже забыл. У меня же три было. Ладно, я еще вспомню. Давайте дальше. Вот. Но когда становится скучно в лаборатории, некоторые начинают развлекаться с тем, что у них под рукой. И, в общем-то, это, скорее всего, грибы. То есть они слишком мохнатые для бактерий. Хотя могут быть и бактериями. Вот. Некоторый вариант, назвать нельзя искусством, можно нельзя, того, как это может выглядеть. Оно еще в некоторых случаях светится в темноте. То есть, на самом деле, есть, это не первый раз. То есть большая группа людей, которые делают картины с бактериями. То есть они прямо на стенах, например, там... или еще как-нибудь. То есть, ну, обычно на какое-нибудь отделение микробиологии в университете обязательно кто-нибудь начнет рисовать бактериями на чашках. Давайте дальше. Там еще. Да, вот еще вам пара вариантов. Ну,
кто-нибудь может обратить внимание на то, что структуры достаточно характерные для живых организмов. Это такая некоторая фрактальная вложенность. Вот, но можно использовать и что-нибудь более веселое. Давайте дальше. Вот так. Ладно, спасибо за внимание. Вопросы? Меня зовут Юля, у меня есть вопрос. Вот вы в начале первой части лекции упомянули о том, что изменяя состав микроорганизмов, бактерий, живущих в теле, можно как бы влиять, скажем, на жизнь человека. Вот, и были ли какие-то эксперименты удачные, например, когда изменяя вот этот вот состав микроорганизмов в человеке, можно было бы усилить зрение, там, ускорить заживление царапин, рост волос, я не знаю, что-нибудь такое. И какие у этого перспективы? На самом деле исследования эти сейчас активно ведутся. Как я уже говорил, есть результаты с диабетом, есть результаты с ожирением. И, в общем-то, это проблемы значительно более серьезные, чем рост волос или заживление царапин. Но, в смысле, но они просто именно связаны, потому что конкретно с заживлением царапин не знаю. То есть обычно для нее как раз тебе поможет, если там не будет инфекции. Вот. Но вообще эти работы очень активно ведутся. Это сейчас просто, можно сказать, мейнстрим и острие науки. То есть попытаться научиться модифицировать. Вроде я где-то читал, я не могу гарантировать, что это мне может казаться, о том, что были исследования, связанные с, именно, с, например, с настроением. То есть там уровни, например, депрессии, там, хронической усталости и так далее. Вот. Это, ладно, в конце концов, вы сами пришли на биологию. На самом деле процедура называется фекальный трансплантат. Вот. Это к вопросу, как происходит модификация. Еще вопросы? Да. У меня немножко вопрос, я просто хотела сказать, что шикарный первый опыт. Классно получилось. Спасибо. Давайте еще смелее. Да. Во-первых, спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. Но у меня такой вопрос, как вы вообще со всем этим живете? Как вы встаете по утрам, знаете, что происходит? Ну, на самом деле, происходит намного больше. О чем я рассказал. То есть, ну да, вообще неплохо. Да. Вот, Лиза, у меня такой странный вопрос. Вы рассказывали про то, что, например, клубнику можно там ел рыбу засунуть. Как ты понимаешь, что именно в то дело не засунули, не будет там какая-нибудь чешуя? Ну, на самом деле, есть огромное число проектов, связанных. Какое-то время назад у нас был проект по расшифровке генома человека, например, который называется секвенирование. Есть громадное количество других проектов. Есть вообще инициатива, которая называется Genome 10K. Они типа 10 тысяч геномов позвоночных. К ней добавились там около 5 тысяч геномов насекомых. Ну, их, в общем, чертов уйма сейчас. И на самом деле это как раз та область, которой я занимаюсь в основном. То есть, на самом деле, я, в общем-то, не бактериями занимаюсь, я занимаюсь крупными кошками. Да. Гепардом, если точнее. Вот. Собственно, именно когда ты исследуешь геном, ты можешь найти вот те гены, из которых он состоит, ты, в общем-то, определяешь их функцию, и ты вполне конкретно можешь сказать, как бы, ну, ты очень таргетно можешь, ты не ошибешься, грубо говоря. То есть я просто знаю, в каком месте что находится, я это и беру. Вот так. Но это я сильно упростил, конечно. Да. У меня тоже вопрос по клубнику с сырыми генами. Вот. Просто, ну, клубника, она же, ну, стала клубникой в процессе эволюции, ну, просто так. То есть у нее был какой-то набор генов, которые она сама себе выработала, которые нужны ей для жизни. Вот когда мы еще один ей подставляем ген, ну, что она делает? Какая-то же должна быть за это плата? Да, безусловно. Смотрите, во-первых, клубника, она в дикой природе не выглядит так, как наша клубника, то есть как раз она уже сильно искусственная. В дикой природе такая клубника не выживет, потому что она тратит слишком много энергии на выращивание слишком крупных ягод. Вот. Когда мы ей подсаживаем новый ген, мы как минимум увеличиваем ее расход энергетический, то есть она будет вынуждена синтезировать что-то новое, что ей не очень полезно, но она и так до этого это делала. Тут, естественно, есть некоторый момент, связанный с тем, как этот ген взаимодействует с остальными структурами, и именно поэтому сама процедура не столь тривиальна модификации. То есть мы не можем взять и сделать что угодно. Естественно. То есть некоторые структуры будут несовместимы. Но как-то можно, ну, вот, увидеть, какие изменения может повлечь изменение довольно нового гена? Вот. Можно предположить, но вообще только экспериментально. То есть мы можем сделать и посмотреть, будет она живой, не будет. Спасибо. Что? Еще. А вот сейчас есть лаборатории всякие различные, которые якобы анализируют там ДНК, хромосомы, не знаю что, и рассказывают про тебя там. Ну, в общем, когда... Да, ну типа 23andMe. Ну вот, да, все верно. И можно, например, у них заказать такое исследование, а потом, не знаю, там бактерии поесть и шлифануть вот то, что они тебе скажут.
Это они не смотрят на то, что у тебя с бактериями. То есть они смотрят на набор маркеров, которые у тебя просто есть. Смотрите, у нас, как я говорил, 3 миллиона букв, да? И если в среднем взять всех нас между собой, то мы друг от друга будем отличаться в зависимости от степени родства. Я надеюсь, то, что мы родственники в той или иной степени, для никого не сюрприз. Вот. У нас будет где-то около 2 миллионов разных букв. То есть мы из всех 3 миллиардов отличаемся в среднем на 2 миллиона букв друг от друга. Вот. Естественно, каждый из этих некоторые из этих отличий будут влиять на тот или иной фактор. Там, я не знаю, на некоторый внешний вид, как раз цвет волос, глаз, восприимчивость к заболеваниям и так далее. Вот. Те компании, которые это делают, они как раз берут некоторые из этих маркеров с известными эффектами. Ну, там, например, предрасположенность к раку груди, там, шанс развития диабета или еще что-нибудь. И в итоге тебе говорят, что у вас как бы так, так и так. Вот. Ну, собственно, от того, что бактерии изменятся, их результат не поменяется. Как бы. Они смотрят на то, что вам досталось от родителей. Кстати, ну, бактерии тоже в том числе от родителей. Нет. Ну, в смысле, это делается, но чтобы коммерчески это делалось, нет. Да. Вопрос. Можно два. Вот вы рассказывали про то, что есть вирусы, да, которые встраиваются в клетку. Да, приобрелись. Которые свой РНК меняют в ДНК. И только тогда, получается, в потомках этого человека будет такой же вирус, да? Ну да. Ну, вирус просто становится частью генома человека, да. То есть получается только вот эти вирусы становятся частью генома и передаются потомкам? Нет. Смотрите, чтобы передаться потомкам, нужно оказаться, человек состоит из разных клеток. У нас есть клетки, которые называются соматическими, есть клетки, которые называются половыми. Изменение в соматических клеток не передается потомкам. Потому что это, ну, в смысле, если у вас там случился, у меня случился рак, то есть он не передастся никак потомкам. То есть, потому что это то, что случилось с соматическими. Вирус не заразит, ну, в смысле, это очень редко, что вирус заразит половые клетки, но такое бывает. У нас, на самом деле, в геноме есть, называются эндоретровирусы, их там несколько штук есть. Это, по сути, древние реликты встречи нас с какими-то вирусами, которыми мы болели, там, я не знаю, страдали, но в итоге нашли некоторый компромисс существования, когда они стали просто частью нашего генома. Они уже в природе не встречаются, но мы их стабильно передаем друг другу в ряду поколений. Да. Я хотела спросить про вирус СПИДа, как раз, когда пара создает семью и рожает детей, не бывает так, что где могут быть вирусы детей, там либо он просто носителем является, либо вообще рождает здорового малыша, как вообще в этом случае? Да, хорошо. Простите за занудство, в смысле, вирус иммунодефицита, СПИД это синдром, это другое. СПИД это терминальная стадия развития иммунодефицита. Вот. Собственно, вообще в норме, как я уже сказал, вирусы не могут поражать половые клетки, а не могут они их поражать именно потому, что у нас есть гематические барьеры, есть гематоэнцефалитный барьер, который который нашу нервную систему окружает. Такие же барьеры вокруг тимуса, есть вокруг половых органов и так далее. И в норме именно такой барьер отделяет маму от ребенка. Ну, то есть вот это, по сути, на границе с плацентой. И он непроницаем для инфекции. То есть ребенок не может заразиться от матери, если у матери нет никаких сопутствующих инфекций, которые нарушат целостность этого барьера. Вот. Но чаще всего ребенок заражается в процессе родов при прохождении через родовые пути. И опять же, это, в общем-то, чаще всего решается тем, что у таких пар детей, ну, дети просто рождаются в процессе кесарево сечения. Там, ну, это при медицинском наблюдении, правильном и качественном, вполне гарантированно пара даже ВИЧ-инфицированных рождает здорового ребенка. Да. Я хотела бы спросить, ну, я думаю, вы смотрели фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар». Вообще, сколько у вас можно учитывать теоретически? Понятно, там есть элементы фантастики, но насколько возможно появление патогена, который действительно уничтожит там картофельные культуры, ну, в общем, все зерновые культуры, Да, в этом плане, на самом деле, конечно, я только сейчас вспомнил, действительно очень смешно было, плюс к этому он... Там у него какой-то эффект был, типа то ли уменьшал, то ли увеличивал количество CO2. На самом деле, смотрите, вирусы, они очень специфичны. То есть обычно редко бывает вирус, который поражает несколько организмов. То есть чаще всего вирус поражает даже не то, что один организм, а одну популяцию клеток в организме. Ну типа гепатит там А, Б, С, они поражают только клетки печени.
То есть там герпес поражает только клетки нервные там. И обычно, ну, в смысле, они не передаются даже между разными видами. У нас есть всего несколько вирусов, которые могут передаваться между разными... Кто, кстати, знает какой-нибудь? Вы знаете точно одну болезнь, которая вирусная, которая передается между разными организмами. Да, кстати, я был интересный вариант, он действительно передается. Ветрянка, которая как орудие, тоже интересна. Но вы по экзотическим моментам, я думал, бешенство. Потому что болеет очень много разных животных и способны заражать друг друга. Вот. В общем, такого сценария, который как в фильме, конечно, практически невозможен. Не будет столь универсального вируса. Но вообще развитие сельского хозяйства в том формате, в котором оно сейчас, оно сильно уязвимо для инфекций. То есть появление какой-нибудь инфекции, которая будет очень эффективно уничтожать какой-то конкретный сорт либо породу животных, возможно. Всех нет. Именно поэтому, кстати, все люди маловероятно, что умрут от чего-то одновременно. В смысле, мы слишком разные. Да. А за счет чего один организм более восприимчив к воздействию вирусов, а другой менее? И что нужно делать, чтобы быть менее восприимчивым? Ух ты. Ладно, ну, мы до вечера останемся. Не, хороший вопрос. На самом деле, как я уже говорил, вирусы распознают целевую клетку с помощью набора рецепторов. И опять же, давайте, раз уж сегодня эта тема популярна, можно, пример, например, есть вирус иммунодефицита, который ВИЧ, да, он, то есть в норме люди восприимчивы к нему, но он для того, чтобы проникать в клетку, использует рецептор, который называется CCR5, его функция, в общем-то, крайне рудиментарна, и в норме мы ее практически не используем, ну, кроме того, что ее вирус использует. И есть счастливчики, у которых есть делеция в 32 буквы в этом гене, в силу чего он становится нефункциональным. Собственно, мутация называется CCR5-дельта-32, которая дает устойчивость частичную к вирусу. Вот. Есть еще более счастливчики, у которых на обоих аллелях этого гена, то есть у нас каждый ген в двух вариантах, у них поломан оба варианта. В этом случае у них устойчивость практически 100%. Вот. У нас это встречается, то есть вот среди вас всех, наверное, есть один человек, где-то у которого есть гетерозигота. Шанс того, что у кого-то гомозигота есть, ну, в смысле, именно полная, практически полная устойчивость к CCR5 тропному вирусу, он крайне невысок, но тоже есть. На самом деле, среди популяций как раз Европы и немножко нас, эти мутации распространены намного больше, чем, например, среди африканцев. То есть в среднем у нас эта аллель встречается там, от 1 до 10% на сотню. Вот. Ну, это один из вариантов. А вообще чувствительность к вирусу будет сильно варьироваться от того, какая у нас, как это, иммунная система плохо звучит. На самом деле у нас есть комплекс генов, связанных с иммунитетом, который называется у человека HLA, связанный с лейкоцитарным антигеном. Там целая группа генов, которые отвечают, как человек реагирует на вирусную инфекцию, например. И если у человека там беда с этими генами, то он может реагировать плохо. То есть изменить это никак нельзя. Да, чтобы у ваших детей было лучше, вам нужно найти папу, у которого будет максимально отличаться от вашего этот набор. На самом деле это тоже известная вещь, что человек, ну и вообще животные, которые млекопитающие, ищут партнеров, в том числе, которые должны отличаться по составу молекул MHC максимально далеко от имеющихся у себя. Тогда у потомков будет больше разнообразия, и шанс того, что у потомков, чем больше разнообразия в этих молекулах, тем выше шанс того, что он будет более устойчив к различным болезням. Доброе утро. Спасибо большое за лекцию. Не могли бы рассказать, как на микробиологическом уровне действует, вообще работает эффект плацебо? Ну, вообще, в принципе, как? На микробиологическом уровне он никак не работает, потому что эффект плацебо – это эффект, ну, в смысле, нашего крупного организма. Но вообще это связано с тем, что… То есть он есть, он исследовался, и он там вполне численно описан. Связан с регуляцией наших рецепторов, связанных с удовольствием, там допамин и еще остальные. Я, честно говоря, в детали как раз не вспомню, но я могу сказать, что эффект плацебо есть, но он хорошо себя покажет, разве что в случаях с простудными заболеваниями. То есть вам эффект плацебо против гангрены или рака не поможет. Хотя, на самом деле, его все равно принимают в учет. То есть, например, даже когда лечат больных от какой-нибудь онкологии или так далее, очень многим, то есть делают таблетки, знаете, размером с кулак, чтобы она такая еще разноцветная. То есть, чтобы человек, когда ее принимает, он понимал, что его лечат. Потому что если ему дать какую-то мелкую фигню, он скажет, вы что за ерунда, как бы это несерьезно. Нужно, чтобы лечение чувствовалось. Да. Еще? Да, у меня есть еще один вопрос. Вот, мы все знаем,
по поводу геномодифицированных продуктов. То есть мы все знаем, что, в общем-то, нам важен именно химический состав продукта, да, и организм с ним взаимодействует, то есть витаминки, там, глюкоза, все дела, клубника. А какое взаимодействие между пищей и генами того, что мы едим, и нашими генами, какое это вообще происходит? Нет, никакого. Мы их, смотрите, все, что мы съедаем, разваливается для строительных блоков, мелких компонентов. То есть те белки, которые мы съели, развалятся до аминокислот. Там жиры и углеводы, опять же, развалятся до простых жиров и там глюкозы. Собственно, все нуклеиновые кислоты, из которых, точнее, гены состоят из нуклеиновых кислот, они развалятся до своих мелких структурных блоков. То есть никакого взаимодействия на уровне ген... вы не станете никакой картошкой. В смысле, на самом деле это хороший пример. Ну, смотрите, вы каждый день, ну, в смысле, на протяжении уже человечества, на протяжении тысяч лет питается другими животными. И при этом никаких черт других животных, то есть за это время, никто ни разу не приобрел. Как же все мужики? Что? Все мужики разные. Возможно. Ну, почему возможно? Может, так и есть. Да. Да, у меня еще вопрос. Вы сказали, что наука занимается исследованиями, чтобы там, победить ожирение или диабет, но это все скучно ученые. Мы все знаем, что есть сумасшедшие гении, но судя по комиксам и супер клевым сериалам, что есть сумасшедшие гении, которые занимаются какими-то реально клевыми генетическими мутациями. Ну, например, вам пересадили ген рыбы, и вы можете кататься на сноуборде и не мерзнуть. Или пересадили ген черепахи, и у вас вам больше никогда ногти не надо постригать. Есть что-нибудь такое? Ну, к примеру, может быть, вы слышали, что кто-то этим занимается. Может быть, не успешно, но тем не менее. Ну, на самом деле, этим у нас, я не знаю, кто этим занимается. Есть американцы любят всяческие подобные исследования, и у них даже специальное подразделение, у них есть громадный научный, ну, в смысле, научная организация, которая занимается разработками для военных, и у них есть целое направление, как раз, типа, связанное с развитием, расширением возможностей у солдат, так сказать. Но там пока, я понимаю, все теоретически. Вообще, то, о чем вы говорите, называется, например, генетической терапией, если мы говорим о пересадке каких-то генов. И сейчас это очень широко, опять же, идущее вперед направление, связанное с лечением некоторых, например, заболеваний генетических. Несмотря на некоторые неудачи этого направления, потому что его когда впервые попробовали, первые несколько пациентов, они умирали просто. Вот. И там много людей пострадало, в смысле, карьеры пострадали, там врачи пострадали, вот. Но сейчас это все лучше и лучше, и все больше заболеваний, опять же, ну, и приходят клинические испытания, когда это можно использовать, но это, естественно, пока только в теории. То есть, ну, на самом деле, тут есть разные варианты, что может пойти не так. Например, там у человека как раз может быть иммунодефицит, который похож на СПИД, но не из-за того, что он болеет, а из-за того, что у него врожденно просто поломался один из рецепторов. И там вот берут, на самом деле, его клетки, которые поломанные, их модифицируют, чтобы они стали нормальными, и возвращают назад. И несколько месяцев там вот у девочки типа было, то есть у нее работала иммунная система нормально. Вот, ну, в смысле, безусловно, это делают, и... но в основном это связано как раз с лечением того же самого диабета, например, чтобы несколько изменить там или ожирение. Что это на самом деле не скучно. Есть, ну, в общем. Ну да. Есть общая масса, а есть супергении. Ну, дело в том, что на это надо много денег. И обычно, если бы тебе кто-нибудь дал денег на то, чтобы вырастить крылья, то, конечно, хорошо, но обычно деньги дают на что-то другое. Понятно. Но остаются только американские военные. Да. Еще? Да. У меня такой более жизненный вопрос. Спасибо, во-первых, большое, очень интересно. По поводу антибиотиков. Правильно я поняла, что невосприимчивость к антибиотикам передается с поколения к поколению? И... И как грамотно выстраивать свои отношения с антибиотиком, принимать, не принимать, либо, не знаю, выяснять до последнего, какой именно точный антибиотик правильно принять, чтобы вот эту невосприимчивость в итоге не вырастить. Да, он хороший и непростой вопрос. На самом деле, смотрите, если вы говорили о вреду поколений человека, то не перед вреду поколений бактерий, да, передается. Но, как я уже говорил, бактерия может потерять устойчивость к антибиотику, если окажется в другой ситуации, потому что она будет ей просто невыгодна чисто метаболически. Но это обычно происходит редко. Бактерия, которая получила устойчивость к антибиотику, будет жить все время, скорее всего, либо среди больных, которые все время принимают антибиотики. Поэтому она ее будет сохранять. И обычно устойчивость к антибиотику только прогрессирует, появляясь, ну, то есть сначала к одному препарату, потом к другому, и все время как бы накапливает, увеличивается эта как бы сложность устойчивости. По поводу отношений с антибиотиками, это все очень сложно, потому что, как это,
Я не являюсь врачом, я не могу дать вам никакой рекомендации, как бы именно по тому, как это лечить. По факту, действительно, то есть в идеальном мире, перед тем, как вам назначают антибиотик, врач должен знать, какая. То есть он, вам вполне могут прописать антибиотик, при том, что у вас уже устойчивость к нему у ваших бактерий. И это как бы ни к чему хорошему не приведет. То есть, поэтому в идеальном мире как бы врач должен принимать решение о том, чем вас лечить. Очень часто, возможно, это вполне оправдано в некоторых случаях, то есть если врач уверен, что это заболевание будет всегда чувствительно к антибиотику, или, например, если человек уже практически умирает и некогда ждать, то есть надо попробовать хоть что-то, то дают какой-то антибиотик. В общем, с назначением антибиотиков все очень сложно, и именно сказать, что происходит, я опять же, наверное, плохо будет о наших врачах отзываться, они не все плохие. Но далеко не всегда назначение идет такое, как надо. Чаще всего при простудном заболевании могут выписать ненужный антибиотик. То есть, вот. Но есть еще один момент. Очень часто люди неправильно принимают антибиотики. То есть если вам прописали курс антибиотиков, надо его доводить до конца. Дело в том, что если вы примете только часть курса, и вам кажется, вы принимаете их, вам кажется, что вам стало легче, вы типа думаете, о, я поправился, и больше не принимаете. Дело в том, что именно курс антибиотика разрабатывался и рассчитан так, чтобы полностью уничтожить бактерии. Но для вас вполне может быть для самочувствия, то есть вы приняли несколько таблеток, вы убили практически всех, которые были чувствительны, осталось, появилось несколько устойчивых, и вы о них забываете. Они, опять же, вреда практически сейчас никакого не наносят. Но в следующий раз, когда их численность нарастет и так далее, они уже будут устойчивыми. И уже это лекарство не поможет. Собственно, именно с этим связано то, что устойчивость к антибиотикам становится все больше и больше, но чаще всего просто неправильно применяется. Но опять же, против этого обычно назначают два препарата сразу. Например, если вы знаете, против туберкулеза идет 2-3 лекарства сразу принимают. Потому что шанс того, что бактерия выработает устойчивость одновременно к одному и второму, он крайне низок. Потому что они обычно последовательно должны получать. Вот так вот. Да. Так. Эпилепсия, в смысле, я думаю, что она, безусловно, может быть врожденной, значит, передается по наследству. Гемофилия точно передается по наследству. Она там сцепленная с полом, связана там несколько генов. Ну, да. В смысле, и то, и другое может. В смысле, про эпилепсию я не специалист, она, наверное, может вызываться разными причинами. Но гемофилия однозначно передается. Да. Можно вас спросить такой вопрос, связанный с кишечником и его микрофлорой. Как вы считаете, дисбактериоз — это миф или нет? Нет, это не миф. В смысле, это однозначно не миф. Ну, тут смотрите, тут есть еще один, можно сказать, это глобализация на уровне микробиологии. Дело в том, что мы действительно в тот или иной момент все так или иначе начинаем пить антибиотики, большая часть, ну, кто болеет. После этого, естественно, все знают, что нужно восстанавливать микрофлору. И мы ее все восстанавливаем абсолютно типичными обычно средствами, те же самые, ну там, я не знаю, какие-нибудь йогурты или еще что-нибудь. Здесь наступает некоторый печальный момент, у нас у микрофлора становится у всех одинаковая. В общем-то, это тоже не очень хорошо. Но, а то, в смысле, как восстанавливать микрофлору, наверное, вопрос трудный. В идеале ли ее восстанавливать тем же, что у тебя жило до этого? Но это так только, по-моему, у космонавтов делают. Их перед полетом они должны быть полностью стерильны от бактерий. Когда они возвращаются на Землю, их надо заново заселить бактериями. И второй вопрос. Как известно, в Азии очень часто люди страдают непереносимостью лактозы, непереносимостью глютена и целиакии. А возможно ли как-то внести изменения в генотип, так сказать, добавить ген, который есть у людей европейских, чтобы они не страдали данными заболеваниями? Ну, чисто теоретически, я думаю, конечно, можно, но со всех сторон будет выгоднее просто не, ну, по крайней мере, непереносимость лактозы, проще молоко не пить. Или, на самом деле, непереносимость лактозы очень легко поправляется, есть таблетки, ее как бы выпиваешь, и все, у тебя как бы... Я в курсе, потому что у меня как раз непереносимость лактозы. У меня несколько друзей есть. Ну, с этим непереносимость лактозы вполне как бы состояние, ну, в смысле, оно печально, но с ним можно жить. Вот, а вот как раз с глютеном хуже, то есть, возможно, там и ведутся работы по поводу генетики и всего остального поменять, но просто обычные вещи, которые можно скорректировать с помощью диеты, в этом случае не имеет смысла лезть в генетику, намного опаснее. Да, но все-таки я думаю, что тем, кто страдает целиакией, возможно, тоже хочется иногда съесть пиццу или пирожное. Ну, нет. Вопрос о всемирной справедливости, он интересный, но крайне как-то белым парням тоже хочется в баскетбол играть. Но...
Да, хорошо. Давай. Знаю, пока нет никаких ферментов, которые помогают людям с непереносимостью глютена. Насколько я знаю, тоже. Только диета. Только диета, да. Давайте последний вопрос. Я очень заинтересовала историю биодизи и, соответственно, с этим вопрос. Это наверняка же исследование не российское, да? Потому что я сложно, с трудом себе представляю ситуацию, в которой наше правительство спонсирует такие разработки и исследования. Или все-таки в России на данный момент времени есть лаборатории, которые занимаются производством биомассы, исследованием ее дальнейшей переработки? Как с этим? Тут есть некоторая трудность. Дело в том, что о многих этих вещах я конкретно узнаю, например, из публикаций, ну, в научных журналах или просто какие-то новости. На самом деле, смотрите, с биодизелем вообще интересная штука. Это область, которая, вы знаете, есть вариант, называется гаражная наука, которая раньше как компьютеры вот в Штатах начали собирать, как бы как раз типа того же Билла Гейтса и Стива Джобса, когда они вообще практически дома все это начинали. Сейчас активно идет биология туда же, называется там биохакеры и так далее, которые дома делают, в том числе вот генетически модифицированные, например, некоторые вещи. И биодизель — это одно из направлений, которые пытаются активно внедрить. То есть люди реально, некоторые пытаются дома собирать эти ферментативные системы на то, чтобы наращивать. Есть инструкции в интернете о том, как попробовать этот собрать биодизель, и на ютубе можно найти даже, как им, например, заправляют машину и едут. Вот. Про российские лаборатории сказать очень трудно, потому что я не видел ни одной, опять же, я не могу сказать, что я целенаправленно искал, чем у нас занимаются. Вполне возможно, что есть какие-то исследования, я не встречал. Спасибо. Всем спасибо за вопросы.